Da, cum dispoziție? Trebuie să vină un mesaj public către susținătorii săi, da? Но сейчас я хочу обратиться ко всем и к нашим оппонентам. Давайте призовем народ к спокойствию. Нам не нужна дестабилизация. Нам сейчас не нужна стенка на стенку, то, что пытается кто-то делать. Зачем это? Мы живем в единой стране, мы живем в Молдове. Следующий президент обязан будет обеспечить вот это равновесие. Он будет президентом всех. Он будет президентом и тех, которые голосовали за Дадона, и тех, которые голосовали за Майю Санду. А тот, который проиграет, он должен сразу призвать своих сторонников, чтобы не дестабилизировать ситуацию в Молдове. Нам этого не нужно. Каспийный телефон все счета. Дорогие друзья, ну с примеска кубов, с примеска фан-фронт. Человек пробабил.